спортсмен должен быть разносторонним. Лёха, смотри, чтобы тебя за майку не схватил сзади. Это не бокс. Это не бокс. Мама, я все. Просто я не понимаю, что делать, то есть, ну... То есть всем надо, а мне не надо. Ну ладно. Что? Блядь, хорошо! Да! Одно дело со свистком кататься, ребят гонять, а другое сделать здесь. Ну что, идем в боксерский зал. Что нас ждет, не знаем. Посмотрим, что за программа. Давно я там не был. Всем здрасте, спортсмены. Сегодня мы на тренировке по боксу. Нас пригласили для такого небольшого эксперимента. Спортсмены покажут мастер-класс на ринге, а потом мы их оденем в хоккейную форму, пригласим на лед. И ту же самую драку они попробуют провести на льду. Это будет гораздо сложнее. Посмотрим, что из этого получится. Каждому свое, но любой спортсмен должен быть разносторонним. Только зашел в зал, мне уже дают какие-то перчатки маленькие, и видно старые, но у меня все с собой. Первая проблема. В конце тренировки обещают какой-то бой. Бой с новичком, как-то так называлось. Но это же не про меня. Только на скорости я вкладываю. И заставляю его укладываться на полную. Да. Немного тяжело, плюс неправильно делает, много сил тратит именно на то, что там ногу не доворачивает, бьет не тем местом. Но потенциал есть. Ногами в провал. Лёха, смотри, чтобы тебя за майку не схватил сзади. Короче, я шел на бокс, а здесь еще и ноги, это не бокс. Поэтому без комментариев. Поставить за тренировку, чтобы ты в голову смог увидеть. Ноги? Да. А на растяжке нет? Да сможешь. Ну вот мне вызвал спортсмен на бой. Моя задача ее запятать. Да. Моя задача мне. Да. Очень энергично все. Одно дело со свистком кататься, ребят гонять, а другое сделать здесь. Вот, ну прикольно. Прикольно вспомнить, когда-то что-то было подобное. Шикарно. Я не знаю, сколько тренировка идет. Минут, наверное, 20, но я уже... Мама, я все. Показываешь, начинает получаться, добавляем двоечку. Поднимаешь колено, чуть-чуть выносишь ногу в сторону. После этого закручиваешь таз. На льду есть тоже пару фишечек, я их тоже нежданчиком сделал. Лоу-кик, без рук, старайся не бить. Обязательно себя страхуйте. Я бы сейчас, наверное, денег заработал, если был страхован. Прилетает та же шайба, ну, повалила и все, а тут что-то прям... Спокойно подвигайтесь, Лёх, ты побросай двойку лоу-кик. Блядь, хорошо! Ковальчук нам поможет. Илюх, ты же умеешь драться.
получилось. Раз, два, на! Спортсмены, челлендж я делал летом. Батл челлендж назывался. Надо было шайбе попасть и открыть крышку. С этим я почти справился. Сейчас ребята на первой тренировке сделали мне вызов, перчатка в лицо. Типа, открой бутылку. Без воды тяжко будет. Я уже руку забросил, пошел, а дальше. А мне надо что-то. Надо было доставать. Просто я не понимаю, что делать, все. Попробуй просто любым способом душить. Все, у тебя вон сейчас 20 килограмм, сколько, 25, да, плюс? Вон 70, а сколько, 95? Ну, нет, 31. Вот 20 килограмм, у тебя разница. Вот эта ситуация, что мне делать? Вот, ноги его распускай. Распускай, подожди. Самое главное, ноги его попробуй распустить. Прям на него заходи, канатку, ну заведи себе руку, свою руку заведи, между, вот и все. Так, ну что, спортсмены, вот прошла тренировка. А я сегодня выступал в роли, наверное, мешка для ребят. Вот, изрядно помяли, но не без этого, я знал, куда я иду. Все здорово, все классно. Леха весом поменьше, но это не значит, что он похуже. Ну, Серега подошел к конце, там два карна своих сделал, в принципе, как бы я все понял. Парни, спасибо вам большое, во-первых. Спортсмены должны быть разносторонними. Как и наша идея изначально была, сегодня я провел с ребятами тренировку, теперь я ребят приглашаю к себе на лед и проведу им там небольшой мастер-класс. Вот, а в конце будет небольшая потасовка. Вань, пару слов расскажи, какой я деревянный, мертвый, наверное. Да нет, слушай, на самом деле все круто. Пришел, поборолся, побоксировал, показал себя. Понятно, что где-то там не хватает техники, где-то не хватает еще чего-то, но в целом как бы не умер, никуда там не пошел отдыхать или еще куда-то там плакать. Поэтому еще все круто на самом деле. Увидимся на льду. Ты красавчик. Ну, без лишних слов, пришел, отстоял, получил. Так что ждем льда, очень интересно будет там с тобой встретиться. Все замечательно, спасибо за тренировку. Занимайтесь спортом, пробуйте себя также в других видах спорта, а с ребятами встретимся на льду, и все свои болячки я, естественно, перенесу все на лед. Играю в хоккей, хоккей для всех. Перчатки даже не снимаю, потому что их долго одевать, бинтов у меня с собой нету. Вот, но тренер Ваня сказал, что их и не надо мне, не пригодятся, всем надо, а мне не надо. Ну ладно. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».